Сборная России по хоккею завоевала бронзу молодежного чемпионата мира. Команда обыграла швейцарцев со счетом 5-2. Встреча прошла в канадском Ванкувере. Подопечные Валерия Брагина с первых минут поединка вели активную игру и буквально расстреливали ворота соперника. Лучшим хоккеистом матча признан Кирилл Слепец. Сейчас проходит финал турнира. За первые и второе места борются сборные США и Финляндии.